Мужчины, всем привет! Приветствую вас на канале 12 калибр. Приглашаю вас сегодня со мной на охоту. Это очередная охота. Воскресенье. В субботу лил дождь целый день. Ну и не получилось ничего снять. Как бы сделал отчет в такой вот форме, в таком виде. Места новые в этот раз. Соседний обход. Егерь был не против того, что мы туда заедем в гости к нему. Вот. И мы вот таким малым составом решили пройтись по этим угодьям. Ну, то есть, зайчик был, знали, что там будет зайчик. И вот он, первый заяц мой в этом месте. Вот. Вот, бью я зайца. В принципе, как бы мой на сегодняшний день это один зайчик. Больше на меня заяц не выходил. Ну, в принципе, мне как бы, я норму свою взял. Товарищи со мной, те, которые были на охоте, остались без трофеев сегодня. Ну, так, такой увесистый зайка, не очень большой, но такой упитанный. В принципе, как бы стрелял дробью номер 5, расстояние было короткое, метров, может быть, 25-30 метров. Ну, то есть, там, в принципе, как бы, без вариантов. У зайца без вариантов. И еще на преследовании стояла нора. То есть, там, у зайчика шансов, как обычно, не было. Вот. Ну, место, сами видите, на каком месте, где лежал. На выгоревшем. Многие балки у нас в этом году выгорели. И как бы для зайца, для Лёшки в таком месте, в принципе, места не очень много остается. Искать, по сути, ну, не особо сложно. Вот. Цепляли все возле полей, такие вот небольшие кустики камыша. Ходили, топтали и по камышу, потому как раньше был замечен там зайчик, и вокруг камыша. Вот, терновники, возле терновников, то есть везде моя нора, она везде свой нос совала. Ну, толку от этого не было. Вот в этом месте я увидел, вот, как поднялся зайчик и убежал. Обидно, досадно, ну, ничего не поделаешь. Вот, после вот такого вот, вот такой прогулки решили мы перейти. Перешли на исходную и пошли в другую сторону. Вот такой живописный вид. Очень такой большой, огромный склон. В принципе, там и 10 человек, если станет цепочкой, места хватит всем. В общем, выходили на поле со зимой. Здесь вот в этом месте закончился склон. У нас так пытается все распахивать. И цепляли мы поле со зимкой. Прошлись по нем. В принципе, как бы не становились шеренгой, так прошлись. Нам надо было перейти до посадки. Вот, и после посадки вышли еще на одну балку. Хорошая балка, она там не длинная. Но, к моему удивлению, она была тоже полностью выжженной. То есть, как не обидно, ну, вот прибежал мой патрон, тоже гонял зайку, прибежал. Ну, как бы я его подбодрил и попер он дальше. Вышли сюда, я стал, так что ж тут можно найти? Ну, вот смотрите, как и насколько пострадали все наши балки, которые находятся в наших угодьях. Ну, это не наш обход, но, тем не менее, угодья нашего охотхозяйства. Вот. Ну, какой здесь, где тут заяц может лечь. Хотя предыдущего зайца, вот того, которого вы видели, тоже примерно на такой же местности я и выгнал. Ну и на этом заканчивается наша охота. Всем удачи, всем добра, друзья. Приходите на мой канал. Если будет чего интересного, обязательно еще с вами поделюсь.